Не прошло и года с тех пор, как Югурхайское сельское поселение приняло участие в отборе муниципальных программ, направленных на развитие сельских территорий для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», вследствие чего в этом поселении в короткие сроки появилась современная детская игровая площадка. Она стала очень популярным и излюбленным местом отдыха для детей и их родителей. Но местная власть решила, что одной игровой площадки для детей аула будет недостаточно. И в этом году администрация поселения вновь приняла участие в той же программе, что и в прошлом году. В рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» под программа «Общественная инициатива» была построена детская площадка. На сегодняшний день она уже закончена. Но сами жители инициировали строительство ограды. На сегодняшний день собираются средства для окончания строительства ограды. Этот новый игровой комплекс более современный и оснащенный. Стоимость проекта составляет 2 миллиона рублей. Она состоит из нескольких уровней финансирования. Это федеральный бюджет, сумма которого составляет 1 150 000. Республиканский бюджет – 250 тысяч рублей, местный бюджет – 300 тысяч рублей и внебюджетный источник – 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей мы собрали силами наших жителей. Большой вклад внесли Мамруков Руслан, Люстангеловы Мадин и Мурат. Хочется выразить всем большую благодарность, особенно жителям нашим, которые откликнулись, всегда откликаются на такого рода мероприятия. Яркая и просторная детская площадка включает в себя следующие элементы и конструкции: горки, лесенки, карусели, качалки на пружинах, песочница, скамейки, спортивный инвентарь и другие игровые конструкции. Но это далеко не завершенный вариант. На сегодняшний день установлены опоры под электросветильники и идут дополнительные работы по монтажу ограждения. В ближайшее время, кроме строительства ограды, планируется также установка осветительных приборов, установка скамеек для взрослых, также будут высажены саженцы деревьев. Все это делается также силами наших жителей. Хочется отметить, что все эти программы работают на то, чтобы досуг сельских детей практически не отличался от досуга городских. Затраты сил, времени и денег окупятся сторицей. Задорный взгляд, здоровый румянец на щеках и веселый смех детей станут лучшей наградой для людей, создавших и воплотивших в жизнь эти программы. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.